Заварить душистый чай с травами посреди зимы и спасти организм от вирусов легко, если на подоконнике даже в январе растут полезные растения. Как создать домашний огород из лекарственных трав, расскажем в этом выпуске. Для начала подготовим контейнеры и грунт для высева семян. Готовый субстрат и емкости можно купить в магазине. Помните, что почва с улицы может содержать вредные микроорганизмы, поэтому выбирайте проверенные смеси и при необходимости просушите землю в хорошо разогретом духовом шкафу. Заранее присмотрите место для рассады. На подоконнике с южной стороны квартиры, где больше солнечного света, огород взойдет быстрее. Ассортимент зелени подбирайте по своему вкусу. Сейчас легко найти семена для рассады в домашних условиях. Например, на сайте seedspost.ru представлены не только семена отдельных трав, но и сразу готовые сборы. Летний, состоящий из душицы, ромашки, тимьяна и лафанта, и бодрящий из мяты, мелиссы, котовника и змееголовника. Такие чаи обладают антистрессовым эффектом, улучшают сон и состояние нервной системы. Перед посадкой замочите семена на 2-3 часа, а после не густо рассадите в землю на глубину до 1 см. Аромат и свойства лаванды считаются целебными на протяжении нескольких столетий. Ванная или лосьон с этой травой очищают кожу, избавляют от мигрени и бессонницы. Вырастить лаванду несложно, если соблюсти следующие условия. Обязательная стратификация семян, песчано-торфяной грунт, отсутствие сквозняков и своевременное прищипывание побегов. Обратите внимание на лекарственный сбор под названием «диабетический». Для всех, кто следит за уровнем сахара в крови или занимается профилактикой, понравится такой травяной комплект, укрепляющий иммунитет. В состав входят скарцанера, эхиноцея, цикорий и спаржа. Базилик и тимьян больше известны как пряные травы, однако и они могут считаться лекарственными. Базилик – отличный антисептик и антидепрессант, а тимьян – ваш верный помощник в лечении кашля и воспаления горла. Растение, полезное для сердца и желудочно-кишечного тракта – пустырник, тоже легко вырастить зимой в квартире. Посев производится начиная с января, и уже к весне пустырник не только дает целебные побеги, но и готов к пересадке в открытый грунт. Кстати, весь ваш зимний огород на подоконнике легко переселить на дачу и все лето выращивать полезные травы, а потом высушить на зиму. Помните, что зеленые питомцы нуждаются в щедром освещении и обогреве, но каждое растение со своими индивидуальными предпочтениями. Поэтому внимательно читайте инструкцию на пакетике с семенами и соблюдайте правила. Не занимайтесь самолечением и обязательно советуйтесь с врачом перед употреблением лекарственных трав. Качественные семена и саженцы в интернет-магазине seedspost.ru. 8% скидки по кодовому слову «Урожай».